отсюда. Олег, а сегодня можно выйти? Перчатки в карманах шепчут, подожди до утра, до утра. Но странный стук зовет в дорогу. Может сердце, может стук в дверь.
И когда я вернусь на пороге, я скажу одно лишь слово. И опять на вокзал, и опять поездом, и опять проводник выдаст белье и чай. Я опять не усну, и опять сквозь грохот колес мне послышится слово. Прощай, но странный стук зовет дорогу. Может сердце, может стук в дверь. И когда я вернусь на пороге, я скажу одно лишь слово.